Указательные местоимения. Упражнение. Harjoitus. Здравствуйте. Поупражняемся еще немного. Слушайте и читайте фразы. Указательные местоимения написаны в скобках в базовой форме. Поставьте их в правильный падеж, который подходит по смыслу предложения. В видео всего 10 фраз. Они разбиты на 2 группы по 5. После каждой группы будет пауза, примерно 20 секунд, и потом правильные ответы. Ставьте видео на паузу, если хотите спокойно подумать или записать предложение. Готовы? Поехали! On paljon hyviä kuvia. On paljon toimistotiloja. On 2 kirjaa. On hienot huoneet. Viime vuonna me matkustimme. Ответы. Tässä kirjassa on paljon hyviä kuvia. В этой книге много хороших картинок. Tuossa rakennuksessa on paljon toimistotiloja. В том здании много офисных помещений. Tällä pöydällä on 2 kirjaa. На этом столе 2 книги. Siinä hotellissa on hienot huoneet. В той гостинице отличные комнаты. Viime vuonna me matkustimme siihen hotelliin. В прошлом году мы ездили в ту гостиницу. Hänellä on korkea kuume. Täytyy soittaa lääkärille. Minä asun. Me menemme. En ole lukenut. Pekka osti. Ответы. Hänellä on korkea kuume. Tässä tapauksessa täytyy soittaa lääkärille. У него высокая температура. В этом случае надо позвонить врачу. Minä asun tuossa uudessa talossa. Я живу вон в том новом доме. Me menemme siihen uuteen kauppaan. Мы идем в тот новый магазин. En ole lukenut tätä uutta kirjaa. Я еще не читала эту новую книгу. Pekka osti sen punaisen auton. Pekka купил ту красную машину. Надеюсь, у вас все получилось.